Вот тут видишь, колесо погнуло. Ну понятно, крыло вот. Я думаю, это даже можно вытянуть. Закрыть, там, знаешь, покрасить, там, зарихтовать. Так, есть пару дентов на этом, на двери. Они даже, видишь, они даже сделаны в кружочек себе. Вот сюда, сюда. Тут я не знаю, что они отметили. Так, тут у нас что? Ну, бампер. Тут как поцарапанный. Ну, так, знаешь, чуть-чуть. Так, в этом, в багажнике у нас лежат фары, но эти фары, они, ты знаешь, они без этих, без маунтов. Видишь, каждые маунты поломаны. И то же самое здесь. То же самое здесь, видишь, маунты вообще поломаны. То есть, я могу тебе просто там оставить и все, вот, в багажнике. Так, бампер, круто, что бампер пришел с этим, видишь, фоглайтс на месте. И тот, и второй, фоглайтс, они на месте, то есть... Это хорошо. Машина заводится, уже проверяли. Даже как она есть, она заводится, все нормально. Вот, приехал этот чувак, он посмотрел, сказал, что компрессию двигатель держит. Так, тут видишь тоже вот эти. Так, тут что у нас? Ну, airbag здесь, airbag здесь. Все остальные airbag'и целые. Ну, салончик такой, знаешь, нормальный. То есть, сейчас, погоди, достану ключ. Ну давай пока здесь тебе покажу. Смотри. Видишь, вот смотри, как маунт треснул, и двигатель поэтому ушел туда дальше. То есть, ну, в принципе, это хорошо, потому что в этом случае двигатель остается целым, понимаешь? Вот. Там единственное, этот косяк, что-то, короче, с рулевой тягой, она что-то не поворачивает. Видишь, вот смотри, как ушло. Смотри, видишь, понизу пошелся, то есть лонжероны эти, вот они, видишь, можно вытянуть их обратно, поставить там по местам, этот и этот. Но тут, видишь, получается, нужно будет полностью ставить новый телевизор сюда вот так вот. В общем, знаешь, я спросил этих работников, они сказали, чтобы сделать просто фрейм, ну, всю жестянку сделать без... Там без покраски, без ничего, сказали, $1000. То есть там, видишь, еще смотри, внизу нужно будет сделать этот сабфрейм. Тоже погнул, видишь его. Ну, сабфрейм — это то, что держит, ну, двигатель, ты знаешь. Вот. То есть, и не знаю, получится, не получится навешать так просто этот усилитель бампера. Наверное, все-таки уже не получится, потому что, ну, слишком загнуло, знаешь, их. Так,